Щелковский парк культуры и отдыха – по сути единственное подобное место для отдыха и развлечений в городе. Здесь есть асфальтированные прогулочные дорожки, игровые и спортивные площадки для взрослых и детей, детский городок аттракционов. Недавно парк возобновил работу после карантина, связанного с пандемией. Глава городского округа Щелково Андрей Булгаков провел рабочее совещание, на котором обсуждались нынешнее состояние и перспективы развития важнейшего социального объекта. Глава убежден, что территория парка, а это порядка 22 гектаров, недостаточно обустроена и должна использоваться более эффективно и полезно для жителей, чтобы все, от мала до велика, могли найти себе здесь занятие по душе. Для этого надо привлекать сюда добросовестных и надежных инвесторов и арендаторов. Андрей Булгаков особо обратил внимание на создание новых бесплатных игровых зон, чтобы отдых для детей был более доступным. В то же время в парке есть элементы, уже не отвечающие требованиям времени. В частности, это летняя эстрада на берегу, устаревшая физически и морально. К тому же громкая музыка во время мероприятий мешает жителям соседних домов. Рассматривается вопрос переноса сцены в другое место или разворот ее в сторону от жилых домов. Глава поручил дать предложение по разработке концепции дальнейшего развития Щелковского парка. Там же, в парке, рядом с городским пляжем на Клязьме, расположена база службы спасения Щелковского центра гражданской защиты. Ее сотрудники показали главе арсенал аварийно-спасательной техники, рассказали о ее возможностях. В востребованности службы сомневаться не приходится. Спасатели в любое время дня и ночи готовы прийти на помощь. Только этим летом им не раз приходилось участвовать в устранении последствий ливней и ураганов. В ближайшее время штат службы спасения будет увеличен. Ирина Микеда, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.